Каждый ребенок мечтает, чтобы сказка стала явью, и детям из Хандыги Тампонского района с этим повезло. Воплотить сказку в жизнь помогают занятия в театральном кружке. Подробнее о нем расскажет Мария Винокурова. Соприкоснуться со сказкой мечтает каждый ребенок. В этом смысле хандыгской детворе несказанно повезло, ведь они имеют возможность попасть в сказку посредством занятий в театральном кружке «Радуга» Центра детского творчества. Что значит делать праздник своими руками, она поняла еще в студенческие годы, когда с однокурсницами из родного факультета иностранных языков Северо-Восточного федерального университета впервые попробовала себя в роли аниматора на дне рождения ребенка. После учебы Просковья Тоскина долгие годы работала в ресторанном бизнесе в городе Якутске. Езда с семьей в Хандыгу в 2014 году она наконец смогла осуществить свою мечту. Открыла театральный кружок «Радуга» в Центре детского творчества. Когда они радуются, когда они смеются. Вот в их атмосфере я чувствую себя тоже маленькой девочкой. Вместе с ними там я тоже сливаюсь, играем. В кружке ребята разделены на группы. Старшие готовятся стать ведущими, аниматорами. Они будут вести концерты, проводить конкурсы, игры. Начальные классы задействованы в спектаклях. В прошлом году это были театральные якутские сказки на русском языке. В этом году кукольный театр, с которым юные театралы планируют выезжать в детские сады. Когда мне выпала роль Златовласки, я обрадовалась и почувствовала, что Златовласка мне очень подходит. Все декорации дети готовят своими руками, и в каждое творение они привносят что-то свое. Конечно, постановка спектакля требует огромного труда, сил и времени, но это того стоит. Ведь сцена помогает ребятам раскрыть свои таланты, возможности, приобрести уверенность в себе и найти новых друзей. Когда я выступаю, я чувствую волнение, испуг. Потом мучитель помогает мне, и я становлюсь открытых и очень хочу выступать. Сказка – это волшебство, это полет фантазии и необыкновенных приключений, говорят хандыгские театралы. И в это трудно не поверить. Мария Винокурова, Павел Сивцев, НВК Саха, Хандыга.